Виктор Николаевич, прокомментируйте победу над «Металлургом». Хорошая, быстрая игра была сегодня. «Металлург» заставил нас двигаться. В принципе, первый период, не сказал бы, да, что мы играли в наш хоккей. Второй, да, было много удалений. А третий период, да, мы уже начали играть, мы начали контролировать шайбу. Мы начали совершать отборы в зоне атаки. И отсюда, да, у нас появились возможности для взятия ворот. В чем причина множества удалений во втором периоде? Сыграл злую шутку до Салатуева. Да, там нелепое удаление, да, то есть мы должны уже понимать и взрослеть, что это не стоит делать, потому что во время удаления очень большая идет нагрузка, во-первых, на вратаря, на защитников, да, то есть мы должны помогать друг другу, играть грамотнее. Вы удивлены шайбой Матвея Бабенко? Нет, чего. По нему видно было, да, что он был нацелен сегодня на ворота, настроен. Просто не получалось ему много играть, да, было опять же много удалений. Вот. Но, в принципе, молодец, не тушевался. Ну, Виктор Ильич, у Бабенко очень хороший бросок, его в толпаре очень часто используют в большинстве, именно есть круглое вбрасывание. Есть ли у вас планы попробовать его? Ну, он сегодня был там. Да, немножко вышел. Да. У него есть бросок, спору нет, да, он парень с потенциалом одаренный. Но все-таки не забывайте, это большая разница между МХЛ и КХЛ. То есть, если будет возможность, да, конечно, будем использовать его сильную сторону. Но он должен заслужить тоже свою работу, это место в большинстве. То, что тех игроков, которых сегодня нет, которые играли вчера, это просто... Да, потому что они сегодня отдыхают, они готовятся к следующим матчам. У нас сейчас 5 пятерок, да, поэтому сегодня ребята отдыхали, зашли свежие ребята, да. То есть так. Оцените перевод Лещенко в первое звено и Сучкова во второе, как ребята себя показали. Ребята показали себя, да, ошибки всегда есть, но они старались, и самое главное, сегодня команда выиграла. В третьем периоде поменяли Шарова и Дроздова тройка, и в концовке тоже перемешивали, в связи с чем, насколько... Хотел посмотреть связку, да, Башкиров, Ефремов и Шаров, вот, как они будут выглядеть, и хотел посмотреть то же самое Дроздов, Хмелевский и Лещенко. Сегодня было много меньшинства, как вам оно, насколько успешно туда вливается Ефрем? В принципе, мы его сюда и брали, мы знали, что он хорошо играет в меньшинстве, хорошо играет на сбрасывании, да, и поэтому он молодец, себя проявляет, показывает с лучшей стороны. Капитан сегодня Колядов, это команда назначена, вы назначили? Нет, это мое решение. Почему? Потому что он один из ассистентов, да, и когда тебе дают букву «К», да, это все-таки как бы давление. И дополнительные обязанности на игроков возлагаются. И это хорошая возможность посмотреть, да, лидерские качества Павла, как он может быть лидер, как он играет на льду, как он поддерживает, заводит ребят, да. Поэтому так и решили его сегодня проверить. В принципе, он неплохо справился, на мой взгляд. Этот «Металлург» чем-то был похож на «Металлург»? Да, так же агрессивно играют. Так же агрессивно, так же нагло, нацелены на ворота.